На Южном Урале зафиксировано около полусотни случаев заболевания опистерхозом. Подхватить его можно, съев зараженную рыбу. Специалисты Роспотребнадзора проверили несколько перерабатывающих цехов, складов и торговых точек. Взяли пробы. Оказалось, что источником стал ясис Ханты-Мансийского автономного округа. Его покупали живым, а затем коптили и вялили. Как уберечь себя от больничной кровати и есть ли зараженные особи в Южноуральских озерах? Все подробности далее. Это чебак, и вот маленькая щучка попала. Хоть и хищница клюнула на кукурузу, рассказывает Александр Гаврилов, рыбак с 70-летним стажем, каждые выходные старается проводить на пруду, ловит чебака, карася, карпа. Для меня большое удовольствие посидеть на природе. Здесь лебеди летают. Красота. Вон какие, смотрите, горы хорошие, озеро чистое. Здесь рыба очень чистая, хорошая. Она не загрязнена. Рыбу в этих водах разводит Чебаркульский завод. Каскад из 27 прудов растянулся почти на 17 километров. В каждом водоеме особи одногодки. В одном карпу полтора года, в других 2-3-5 лет. Рыба идет на рынок Челябинска, мясо Чебаркуля. Уверяют, продукция не заражена. Здесь каждый пруд обрабатывают против личинок опистерхиса. Комплекс противоэпизоотических мероприятий постоянно проводятся разные. Но в частности, мы обрабатываем эти пруды известью. То есть это вот в наших условиях самый эффективный способ. По воде или сбрасываем, обрабатываем. Вот вокруг садков все это, все места обрабатываются негашенной известью. Однако в Челябинске почти у полусотни человек врачи обнаружили опистерхоз. Роспотребнадзор установил, завезли больного язя из Ханты-Мансийского округа. Заметить паразитов самостоятельно практически невозможно. Нужно проводить лабораторный анализ. Это результаты проверки сушеного язя, купленного на рынке. Живых личинок не обнаружено, только мертвые. Они есть в 99% рыбы и для здоровья не опасны. Но даже в таком случае нужно помнить о мерах предосторожности во время приготовления. И самое главное, это, конечно, соблюдение санитарных режимов, то есть это непосредственно обработка и той посуды, которая используется для приготовления блюд, пусть то будет ножи, разделочные доски. Ну и лучше, конечно, все-таки не пробовать ту пищу, которую вы готовите, до момента ее приготовления. То есть при пробе варкой очень часто происходит заражение. Роспотребнадзор уже изъял из оборота порядка 5,5 тонн мороженого ханты-мансийского язя и почти 800 килограммов готовой продукции с южноуральских складов. Приостановлена работа трех предприятий региона, где рыбу коптили и вялили. Обработка там шла с нарушениями. Но все же пока специалисты советуют воздержаться от покупки карася, язя и карпа. Елена Вишнякова, Владислав Чухров, Павел Головин, ОТВ, информационная служба медиагруппы «Знак».